Приветствую вас на канале «Цвет настроения». В семье известной певицы Маши Распутиной кипят нешуточные страсти. В последнее время ее младшая дочь, 21-летняя Мария, стала частой гостьей ток-шоу, в которых в красках рассказывает о своей ужасной жизни. Она обвинила родителей, а также брата по отцу, во всех смертных грехах. Тем самым, со слов ее мамы Маши Распутиной, дочь пытается сделать себе имя на скандалах. Напомню, звезда эстрады Маша Распутина замужем была дважды. От первого мужа Владимира Ермакова певица родила дочь Лиду, которой на сегодня уже 36 лет. В одном из интервью Распутина призналась, что старшая дочь живет в интернате, потому что должна находиться под постоянным наблюдением медиков. Периодически девушка проводит выходные с мамой и как минимум два раза в год выезжает на лечение в психиатрическую клинику. У нее есть инвалидность. Певица считает, что отклонения у Лиды наследственные по линии отца Владимира Ермакова. В браке со вторым мужем, бизнесменом Виктором Захаровым, в 2000 году на свет появилась дочь Маша. Девушка не пошла по стопам знаменитой матери, она выбрала другую профессию. Сейчас она учится МГИМО на факультете связи с общественностью. Не так давно Мария заявила, что родители плохо с ней обращались, а старшего брата по отцу она вообще обвинила в домогательствах. Девушка жаловалась матери, но та закрыла на все глаза, поэтому ей ничего не оставалось, как сбежать из дома. Эта история, рассказанная дочерью певицы, получила большой общественный резонанс. Сама Маша Распутина была в шоке от откровений наследницы, после чего решилась ее разоблачить. Распутина призналась, что ее младшая дочь стала плохо учиться, не посещала занятия в институте, которые стоили немалых денег ее родителям, а потом вообще заявила маме, что мечтает стать журналисткой, чтобы обгаживать всех. И, похоже, одними словами, девушка не ограничилась. Она пыталась состряпать сенсацию, из-под тишка засняв родителей на телефон. После такого поступка супруг певицы-бизнесмен Виктор Захаров разбил телефон дочери и даже отказался жить с нею в одном доме, отселив ее. Со слов Маши Распутиной, на ее дочь пагубным образом влияют друзья и социальные сети. К тому же, по словам исполнительницы, ее наследница всегда немного отставала в развитии, так что от нее не стоит ждать каких-то мудрых и взвешенных поступков. Она еще глупая у меня девица. Во-первых, всегда отставала немного от своих сверстников. Развитие у нее немного позднее, на лет 5 точно, призналась звезда эстрады. А вам, как всегда, спасибо за внимание. Оставляйте свои комментарии под данным видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал «Цвет настроения». И до новых встреч!